Всем привет, друзья! С вами Алариэль, и мы продолжаем с вами наше прохождение первой Диабло. Итак, остановились мы с вами в прошлой серии на том, что исследовали четвертый уровень этой церкви. Так, отправляемся сейчас вниз, на пятый уровень. Так, The smell of death surrounds me. Согласен. Сказали нам только что, что смертью пахнет вокруг нас. Ну да, что-то тут, короче, такое... Все стрёмное. Стрёмненько как-то это все выглядит. Вниз на шестой уровень сразу. Интересно, я только на пятый прибыл. Тут меня уже на шестой отправляют. Офига себе. Ой-ой-ой. Фига не валят. Конечно, отслушайте, вот такие загоны с кайтом, да, меня вообще очень не нравится. Это ненормально. Нормальные мужики должны драться, а не бегать тут кайтить. Койоты. А, конечно. Иди сюда. Жесть, слушайте, так я за ними бегать. Клан камня. Они как-то тут по брутальней выглядят, чем во всех других сериях Диабло. Там тоже есть эти существа такие, на козлов похожие. Портал в город, да? Так, я даже и не знаю. Давайте вниз, наверное. Ой, красота, как я сам себя подорвал. Главное так. У меня полно этого. Чего, полно кувалд? 6.20. Хм. Серьезная штуковина. Причем даже очень. Я даже и не знаю. И она как-то будет в разы помощнее топора. Даже не хочу знать, как он оказался сзади меня. Я надеюсь, это никакая не телепортация. Давай, давай, подлетайте. О-о-о! Есть. Желтого моба нокаутировали, друзья мои. Осталось найти фаитом. О, каска. Да. Все таким. Сейчас подумаем, как ее можно разместить. Походу никак. Не, все-таки можно. Опа. Так, классочка, броня 4. Не исследована. Так, портал, портал. Определение. Пах! Здоровье плюс 28, ё-моё. Конечно. Вообще без, даже, ну, как бы... Ой. Вообще без вариантов. Ставим. А это выкинуть барахло. Так. Хорошо зашел. Мне нравится. Я надеюсь, тот мясник, он был одним из самых сильных боссов в игре, потому что... был какой-то нереально мощный, а дальше что-то все мобы такие, ну не очень, скажем так, по силе. Так, вижу дверь. Сейчас зайдем.
Ой-ой-ой-ой-ой. О, мать честная. Я понял. Да умришь ты нафиг. Ой, я подумал, что я умер, блин, а? Было стрёмно. А ну пошли вон, койоты. Твою мать, сильно много их вышло. Лежать. Тоже лежать. Братан. Ах, вы падла. Не-не-не, отходим. Так, так, так и так. О, да, детка, сейчас ты топором выхватишь моим. А ну иди сюда. Очень мощный парень. Отдельный ре... Ох, хорошо его прибило. Есть. Фух. Так. И что тут у нас? Кривая сабелька. 4-8 не исследовано. Свиток определения. Ба... Ой. Твою мать, а. Я... Ну ладно. Хлоп. 13 жизни. 11-20. Требуется 30 силы. Мичувим. Клеймор 1-12. Хм. Ну определенно эту саблю можно скинуть. Так. Это все хорошо. Ну что дальше? Это у меня что? Свиток портала в город. Он мне тут не нужен. Мне нужны тюбаны. Чем можно вот эти? Дивизию. Вот так. Все. Замечательно. Засей... О! Holy shit. Братки. Я понял, давайте. Еще. Блин, я походу не очень стал там. Бежать. Тоже. Иди отдохни. Блин, хреново, что у них стрелы не заканчиваются, а? Бежать. Оу. Походу даже на ловушечку какую-то наступил. Такое, гляньте, ничего не выпало. И даже не взорвалось. О. Конец все. Так, вот что-то вот мне не нравится. Вот это, он там две двери прям в одном месте. Что-то там может быть неладное. Прям одним местом чувствую. Уж больно оно похоже на какую-то адскую комнатушку.
Оу. Что там ребята с сабельками идут на меня войной. Ну давай. Окей, хотите побазарить, давай. Сюда, козлы. Как там в одном фильме, да, немалоизвестном. Козлодую. На. Так. Клеймор. Что за клеймор? Ага, ясно. Сейчас я тут сделаю кружочек. Зачищу все. А дальше там разберусь. Стремно мне туда внутрь заходить, друзья мои. Там что-то какая-то определенная дичь. Там точно кто-то сидит, кто желает мне дать по голове. По голове, да. По роже точно там не съездят. Я прям уверен. Оу. Минус один. Минус два. А, через стены, да? Отошел. Ну давай. Ух ты, блин, а? Как они мне... Ой-ой-ой-ой-ой, не-не-не-не-не, так нельзя делать, там сильно их много. Мало ли чё, зажмут, я вообще не выйду. Лучше слегка ловить стрел. Так, я подошёл, отошёл. И более-менее. Я не могу нести больше. Я в курсе. Ой, их там. Ладно, зачищаем. Давай. Ясно, там желтый моб был. Теперь все понятно. Вот опять из 10. А, он до сих пор есть, ты ж моя радость. Не поленюсь для... Даже выпью. Так, вот теперь нужен точно портал. Open. Улетаю. А, не забудем засейвиться. Так. Что мне нужно? Малый щит оставляю. Кривую сабельку продадим. Мне кувалду за 200 голд я... Меч Вим. 900 золота. Ни хрена себе. А чё так долго? Дорого. Да что это он? Фига себе, как дорого, а? Ладно, давайте продадим клейморы. Клеймор продать. Еще один продать. Кривую сабельку. Продать. Кувалду продать. Малый щит оставим. Чинить вещи. О, да, то видать я чуть не впарил. Было бы обидно. Так, что по покупкам там? А мне вообще нужно что-то? Шлем у меня замечательный. Мне не надо. Я могу тебе помочь. Тряпье, плащ, кривая сабля, касочка. Нет. Вот я знаю, что... Что такое? А, 5000 в стейке? Это не вопрос сейчас. Сейчас я это поправлю. Я потел на... Что у тебя болит? Здоровиться и купить немножечко.
Все. Более-менее я себя чувствую неплохо. А, свиток портала в город. Свиток лечения. Кстати, свиток лечения можно и сюда. Он мне все равно 300 лет нужен. Братан. Здравствуй, друг мой. Делить вещь нечего, определять. Ясно. Пойдемте в обратно в портал, собственно, и будем сейчас еще изучать пятый уровень. Так, улетели в пятый, сохранили его. А не стоять, я оттуда пришел. А тут у меня куча всего. У меня полно этого. В смысле полно? Ты что, прикалываешься? Юморист хрен, полно у него. Булава ни о чем. Жилет, интересно. Хо-хо-хо. Вот это круто. А у меня есть? Ах, нема. Жаль. Пособираем золотишко тут все. Хотят еще воевать, да? Ну ладно. Мало получили, да? Опа! Зелится какой, а? Свободен. Роба. Слишком много груза. Что за роба? Ого. Барахло, я понял. Сейчас подойду, не волнуйтесь. О, посмотрите, а что-то мне кажется, что вон какой-то интересный колодец, друзья мои. А это что? Зелье, походу. В деревню? Как такое может быть? Непонятно. Я тут, блин, обошел 5 уровней. Спустился в самые глубины ада. Не-не-не, давайте сохраним. Мало ли что здесь или кто здесь может быть. То, о чем я и говорил. Койота. Просто подумал, может быть это вот тот колодец, про который, что там вода была отравлена. Но походу это не то. Походу я ошибся. Бывает. Заюзал храм. Кто защищается, редко нападает. Понятно, видать. Армуру я себе добавил. Так, ну, если это та штука действительно в выходу в деревню, давайте поднимемся, посмотрим, что это у нас тут такое. Даже не понимаю, как это может здесь. Вон оно что, Михалыч. Ну, понятно. Теперь все мне понятно. Давайте сходим сейчас к этой подруге. Распродадимся у нее немного. У меня там буквально пару. Я чмую душу в поисках ответов. Еще по поводу источника. Жители Тристрама погибнут, если ты не сможешь вернуть в колодце чистую воду. Знай, это демоны виноваты в случившемся. Но им самим неизвестно, что они наделали. Интересно. Так, продать свиток Инферно. До свидос. Хорошо. Все, поехали. Сейчас еще у Декарда мы узнаем, что это за чест такой я дропнул. Интересный.
Декарт. Здравствуй, друг мой. Послушай о мои чем? Рассказы. Жилет паралича, минус 9 к ловкости, броня. Что? Как такое может быть? Броня 15. Ну блин, ну минус 9 к ловкости, да вы шутите? Это ж вообще несерьезный подход. Да, мне... Ловкость для меня это очень важная штука. Так он еще и один золото стоит. Капец. А могу я вот так сделать? Магия. На. Я могу тебе помочь. Жесть. Держи. Так, ну и утреннюю звезду тоже продадим. Что-нибудь чинить есть? Да, топор мясника можно. Так. Хорошо. Ну, по всей видимости, мне... А может и нет. Подождите, давайте поговорим еще с... местными жителями. С вот этим, например. Приветствую тебя! Добро пожаловать в Тав... Я всегда старался, чтобы у меня в погребе был большой запас продовольствия и питья. Но у меня ненадолго хватит воды, когда нужно поить жителей всей деревни. Прошу тебя, помоги нам. Иначе я не знаю, что с нами будет. Понял. Что лекарь скажет? Кстати. Что у тебя болит? Прошу тебя, поспеши. С каждым часом питьевой воды становится все меньше и меньше. Если ты не поможешь, мы долго не продержимся. Я-то... Не понимаю. Ой. СПП. Я-то как бы не против, но знать бы, куда двигаться. Может, этот знает. Даже выпить не дают, спокойно. Ты пьешь воду? Ясно. А ну-ка, сейчас я хочу немножечко пробежаться здесь по деревне. Смотреть, может, тут какой выход есть. Или же все разворачивается только вокруг церкви. Потому что я абсолютно не знаком с этим моментом. Ага, ясно. Через речку такой большой дядя не может переплыть. Ага. Ясно. Походу так и есть. Это куда? Катакомбы. Все равно хочу уже обойти тут полностью все, чтобы быть уверенным до конца. Хотя, возможно, это все-таки первая часть игры, и здесь было это реализовано. Но именно так, что нужно было именно в эту церковь погружаться и во всех этих катакомбах там и тусоваться. Потому что до конца было непонятно, как же зайдет-то. Зайдет, не зайдет. А оно оп и зашло, а потом вышла легендарная Диабло 2, которая тоже зашла так, что аж страшно стало. Так, может, Вирт что скажет? Иди сюда. На этот раз я с тобой согласен. Мои дела идут плохо, если я не буду иметь рынка сбыта.
Лучше выясни, что происходит, и поскорее. Окей, понятно. Что у тебя есть? Ого. Короткий щит луны, плюс 6 ко всем характеристикам, да? А ну, качеством броня. Один крепкий, 16 не требует качества. Ясно. Но, увы, у меня таких бабулесов нет. 10 тысяч. Ничего. Ж вообще не серьезно. 10 косых, даже 10 с половиной. Слишком дорого. Добрый день, чем я могу служить? Моя бабушка очень слаба, а Гарда говорит, что нельзя пить воду из колодца. Если ты можешь нам как-то помочь, то пожалуйста. Понятно. Походу мне все-таки туда, в катакомбы. Вперед из песни. Погружаемся. Так, засейвим только. Здесь я везде был, понятно. Что, можно было бы, в принципе, попробовать зайти вон в вот, вот эту вот штуковину, эту локацию, но... Больно шанс высок, что я могу там с кем-то встретиться. Крайне-крайне недружелюбно мне. И че? Ща мы, наверное, так и сделаем. Там счет аж для одного паренька, который там уж больно злой, две двери сильно много. Поэтому пусть расслабит булки, и сейчас мы к нему наведаемся. А, пошли. О! Ох ты вы какие! Серьезные там парни вышли. И за воротами крови, за залом огня, отвага ждет прихода Героя Света. Герой Света уже здесь. По-моему, засейвиться было бы неплохо. Давай. Камень крови? Хрен знает, что это. И? О! Да тут у меня аж два квеста. Горбат слабый. Не бей меня, ага. Не убей меня. Ясно. За воротами крови, за залом огня. Я понял, все. Ясно все. Из-за ворот. Чё это значит? Хрен его знает. Да. Ну пойдем потусим. Так, то есть здесь, а я здесь был. Вот так я что, все обош? А не, не все, вон чуть-чуть есть неизведанного вверху. Сейчас сходим. Вот мне не совсем нравятся тут какие-то звуки непонятные. Свободен. Хм. Странно. Никого нет. Очень странно. Ладно, что ж. Берем, друзья мои, курс на 6 уровень, походу. Вниз на 6 уровень. Так. Делаем сейв, и я думаю, друзья мои, можно на этом, наверное, и сохраниться, потому что и остановиться, в принципе, тоже.
Вот, всем спасибо за просмотр. Обязательно поддержите видео лайками, подписывайтесь на канал. И если вы попали сюда впервые, оставайтесь со мной и увидимся с вами совсем скоро в следующих сериях. Всем пока!